Всем доброе утро, жаркое майское утро. Мы с Егоркой, поздоровайся, Егор. Вышли погулять с собачкой. У нас сегодня прям погода такая, опять 10 часов утра, а погода градусов 30, наверное, уже. Представляю. Ну, может, не 30, но 25 точно. Мы вот что-то оделись, вот я смотрю, надо было шортики одеть. И маечку. Жарко, наверное. Нет. Это наше черное чудо. Вася. 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 Ну ладно, не хочет. На Вася. Улице прям такое буйное цветение. Все цветет. Вася. Красота. Вася. Цветочки. Супер. Прятался. Да. Прятался. Голуби наши тут ходят. Сейчас погуляем. Вчера целый день в Москве гуляли мы. Немножко устали. Да, Егор? Сегодня выспались. Не знаю, сегодня, наверное, перерыв сделаем. Да, сегодня, наверное, не будем так сильно гулять. Не, сегодня так не будем сильно гулять. Вчера столько много наснимали видео, что я их выкладываю частями. По несколько минут, потому что если сразу выложить, получится большой фильм. Понемножку частями. Вообще, мы хотим, вот сейчас погодка хорошая, уроки делать не надо. Да, вот, мы хотим съездить в зоопарк. Мы каждый год ездим. Пока еще прям совсем жары такой нет. Мы ездим в зоопарк. Вот. В такие разные парки. Погулять. И я хочу, конечно, съездить в Москва-Сити обязательно. Вот я еще... Я все планировала. Аккуратно тебя снесет. Я все планировала Москва-Сити. Но так мы еще и не съездили. Еще в том году планировала. Но в этом году точно съездим. Там дома очень дорогие. Кстати. Очень красивые дома. Егорка бабочка. Бабочку ловит. Поймал? Нет. Крапивы столько у нас уже. Она большая достаточно. Бабочки я не хочу. Нет, я хочу поймать, но я не могу. В общем, могу. Сейчас мы пойдем что-то перекусим. Что-то перекусим. И, наверное, мы сейчас... Все равно просто погуляем, да, недалеко где-нибудь, с друзьями, может быть, да? Ну, да, наверное. Сейчас посмотрим, как дело пойдет. Да. Ну, ладно. До встречи всем. Увидимся в новом видео. Пока.